путешествие всегда грех. Любое значительное передвижение в пространстве – это забвение собственной жизни и безнадежная попытка соскочить с линии судьбы, предначертанной самим Богом. Особенно это касается поездов. Ритмичный перестук колес и легкое покачивание вагона, колыбельное в объятиях черта. Пьешь ты в тамбуре, в вагоне-ресторане, просто смотришь в окошко или спишь на полке, неважно. С каждой секундой душа твоя все глубже погружается в ад. А железнодорожные черти успокаивают тело и разум, дабы первому не было больно, а второму страшно. Все три сути человеческого естества оказываются в лапах нечистой силы, и спасения нет. Божественное благословение обходит поезда стороной, особенно плацкартные вагоны. Самыми темными ночами можно увидеть, как с хвоста поезда движется громадная черная фигура с высоко поднятым тусклым фонарем в лапе, тихо напевающая себе под нос такие слова. Спасет и вечный пост.